Привет, друзья! Доброе утро! Мы снова в замечательном Кенморе. Сзади нас прекрасные три сестры. Но сегодня мы идем на Гротто. Снова решились подняться. Но уже в этот раз выберем другой маршрут. В тот раз мы и шли вон с той стороны, пытались зайти. Но так как было много снега, то мы не дошли. А в этот раз попробуем вот тут сразу по хребту и сразу на вершинку. По классическому маршруту, по которому ходят люди на самом деле. В общем, друзья добрались до первой развилки, вышли в лес. Тут у нас имеется карта. Смотрите, мы вот здесь, на красной точке. И вот она, тропа на Гротто. Она пойдет вон там. Сейчас выйдем. Двигаем наверх. Ой. Что, пора кошки, да? Ну тут, блядь. Шипули пора надевать, ребята, шипули. Пора. Я благодаря палке понял, мне вниз не поехал. Скользотунчик. Пришли к развилочке. Вот налево можно идти и кламбингом заниматься. Там красные ребята пошли. Хоть и карантин, но мы сколько? 7 человек уже видели на тропе. А нам направо. Смотрите, друзья, вот он, хребет Гротто. В прошлый раз мы ходили именно где-то с той стороны. Возможно, выбрались куда-то туда. Но это было неправильно, идти надо здесь. Сегодня здесь намного лучше тропа, не такой глубокий снег, она явно была более утоптана. Пусть даже по ней никто не ходил неделю или две. Красота. Ну давай, посмотрим. Ну что тут сказать? Яйца с утра посветил. Тут молодец. В общем, в таком месте сделали первый привальчик. Постепенно теплеет. Начинает капать, снег будет таять. Будет хороший денек. Надеюсь, у нас все получится и доберемся до вершины сегодня.
Ничего так, видок, да? Угу. Очень прям так красиво. И погодка такая, снег есть. Отличная тропа на самом деле. Вроде тоже не протоптанная, жесткач, но не такой глубокий снег, как в прошлый раз. И погода получше, поэтому пока нормалек, движем. Пришло время достать ледоруб. Похоже, что дальше с ним будет полегче. Тяжелый подъем высоты у нас. Так резко, вверх, вверх, вверх. Не знаю, проходишь метров 30 и уже останавливаешься. А тут задышка уже. Ух. Так, что, хотите прикол? Смотри, сколько здесь мест, чтобы влазить с веревкой. Да. Просто тьма. Ты там, ты съедаешь, там обрыв. Там он вот видно, лавина прошла. Недавно, видно? Ага. Лето. Ну мы нормально поднялись, нам осталось, но наша вершинка. Да, ну, слушайте, хорошо забрались. Тут маршрут интересный, можно пройтись по всему хребту и потом спуститься вот с той стороны каньона. Но будем ли мы это делать сегодня? Под вопросом. Нет слов. Да, это один из лучших походов в этом году, определенно. Ну, из четырех. Четырех или? Ну, учитывая, что это второй заход на грота. Четвертый. Это четыре, да. Ну, ребят, здесь реально классно. Очень красиво. Кто-то построил, смотрю. Из камней. Я уже не вижу тропу. Прокладывай. Давай, Лёха, давай, ты сможешь. Ещё чуть-чуть. Жесть. Ноги сухие? Нормально. У нас тут небольшие трудности начались. Снега по пояс, смотрите на Леху. Просто на месте топчемся, не можем выйти.
Надеемся, что сейчас тут чуть пройдем, там дальше полегче будет. Может, там елок поменьше, ветром сдувают его. Но сейчас пока тропы уже не видно. Интересно, интересно идти, конечно. Это жесть. Что-то у нас опять не лазится, ребята. Что-то да, колени вообще мокрючие. Пришло время сделать еще один привальчик. Я термос потерял. Да ладно. Да. Ё-моё. Надеюсь, это там в снегу. Ну блин, там еще был недопитый мой чай. Обидно, слушай. Ну слушайте, замахались. Короче, там такой глубокий снег, где-то тропу мы потеряли, тропили. По пояс, по грудь. Чего только не было, кошмар. Сейчас вроде вышли обратно на тропу. Но надо передохнуть, перекусить, набраться сил. Ну да, сейчас отдохнем и последний марш-бросок на вершину. Там уже посмотрим, зайдем, не зайдем. Легче будет. Мы пройдем, конечно. Может палка легче была бы, понял? Да, я возьму палку, бля. Я хоть немножечко на нее буду опираться как-то, бля. Вес какой раз. Смотрите, ребят, по какому слою снега мы идем, в принципе. Идем как по минному полю. Шаг влево, шаг вправо с тропы, проваливаешься. А на тропе еще кое-как по колено. Ну, в общем, тяжело очень. Я говорю, уже 2 часа. Давай максимум еще 2 часа вверх поднимемся. Если не дойдем, не дойдем, пойдем вниз. Согласен. А то так идти. Так идти тяжело. Тяжело. Были бы эти, кстати, там, снегоступы. Может, там сейчас повыше выйдем, как бы будет меньше снега. Короче, вот тут есть все-таки тропа, попробуем по ней. Блин, а назад как? Что, друзья, наконец-то выбираемся из елок. Сейчас посмотрим, что там происходит по глубине и плотности снега. Так, давай решай. В общем, это, да. Мы находимся на высоте 2300, ага. А гора где-то, может, там плюс-минус чуть больше 2700. Еще 400 метров вертикали. Да. Ну, в принципе, идти стало полегче, и сейчас 2.20. Ну, еще до 3 мы точно можем попробовать, правильно? Хотя бы на бугорчик, может, зайдем. А там... Если снег будет достаточно плотный, может и получится. Потому что сейчас вышли с этого и дремучего леса. Сразу стало получше, сразу не так проваливаешься. Да. Ну... Если там будет еще плотнее, вот будет топчик. Смотрите, что у меня происходит в моих гамашах. Потом покажу, что с моими происходит. А вот что происходит с моими. Да. Надо покупать хорошие. Да, надо сразу, не экономить. Ну что, ребят, 2-0. Дальше не пойдем. Не будет этого сегодня. Слишком глубокий снег. Вот. Еще надо, не знаю, недельки две, чтобы оно чуть-чуть улеглось. Уже будет полегче. Осталось не так много, метров 400. И мы могли бы это сделать, но слишком поздно будем на вершине, и потом спустимся обратно уже в темноте. Это не вариант.
не в этот раз. Да, ну и немножко промокли колени уже. Лёшка тоже подмок. А сейчас еще сквозь этот лес снова пробираться. В общем, ну, ради такого вида. Бросили уже нормальной высоты, начинает теплеть, но все равно ноги полностью мокрые, надо спускаться поскорее. Все, друзья, глубокий снег позади, местами просто земля, скоро будем внизу. Вернулись к табличке. Да, только мы вернулись не с той стороны, мы сюда. Да, поднимались тут. Запутали тут. Но ничего страшного. Побежали дальше. Так, друзья, мы снова внизу. Вот она, грота. Вот они, мы не дошли. Да, грота непобедимая остается. Мы опять получили люлей. Ну, недели две точно ходить не будем, потому что там столько снега, что смысла нет. Сложно поверить, но мы были аж вон там, за линией деревьев, на снегу, почти у вершины. Но, ребят, это было нереально.